Боже, вначале я хотела сказать, почему я вообще проснулась в такую рань, а сейчас я смотрю, как же сейчас все-таки красиво. Привет, ребят. Почему только после того, как я проснулась, у меня такой хриплый голос? Будто мне 60 лет, и я мужчина, который курил всю жизнь. Сегодня я, ребят, проснулась даже раньше солнца. И это потому, что целый день я буду жить как миллионер. Ну, как бы не летать там, конечно, на собственных вертолетах, не ездить на собственных яхтах, а типа читать, планировать и еще много чего другого, что я покажу вам сегодня в этом видео. Потому что, знаете, сейчас очень много статей, разных книг с заголовками, там, привычки успешных людей, привычки миллионеров, миллиардеров. И мне, правда, интересно, поменяется ли жизнь обычного человека, по крайней мере, на один день, если просто попытаться внедрить все эти привычки в свою жизнь. Привычки по типу, они много читают, проводят время с другими успешными людьми, преследуют только свои собственные цели, имеют несколько источников дохода, ищут наставников. Проснулась я так рано, потому что вообще почти во всех статьях там о успешных людях, миллионерах, миллиардеров, я вижу вот такую вот фразу, что они встают рано, там кто в 4:30, кто в 5, кто в 6. Я решила такое оптимальное время. Я не знаю, конечно, во сколько они как бы ложатся спать, чтобы выспались, потому что я не очень выспалась, но... Окей, я выспалась. И да, у меня есть даже план, по которому мы будем сегодня жить. И пошлите начинать наш миллиардерский день. Я беру вас с собой. Вся моя комната сейчас такая солнечная. Вообще у меня не солнечная сторона, но именно сейчас, 5 с чем-то, здесь так солнечно, так хорошо и красиво. Везде пишут сразу после пробуждения заправлять кровать. Я так всегда и делаю, так что эта привычка моя обычная рутина. Утром успешные люди посвящают время размышлениям, перечитывают свои цели и еще раз фокусируются на них. Я как раз таки выделила время на то, чтобы написать свои цели, не долгосрочные, а до лета. Все-таки, когда ты их видишь наочно, уже 100% повышается вероятность, что все получится и ты не собьешься с пути. Ну а потом чтение. 88% богатых людей каждый день посвящают минимум 30 минут чтению. Это, как правило, три типа книг: биографии успешных людей, книги по саморазвитию или исторические работы. Сегодня я решила начать читать книгу «21 урок для 21 века». Она, конечно, не похожа на все книги, которые я читала до этого, но и день немного не похож на все мои обычные дни. Так что было интересно, довольно-таки интересно. Хоть главным источником вдохновения для успешных людей являются они сами и их достижения, но все равно они также нуждаются в мотивации извне. Их вдохновляют люди, которые уже добились что-то в их сфере, ну или те, которые только начинают свой путь. Лично меня сейчас очень вдохновляет и мотивирует видео Богдана. Он только недавно начал снимать, но у него правда очень круто получается. Его недолгие трехминутные ролики на разные темы очень познавательные. Он расскажет, как он быстро научился играть на гитаре, как продуктивно тратить время, поведает советы, как учиться эффективнее. Он правда очень старается над своим контентом. Переходите на его канал, ссылочка в описании.
76% богатых людей посвящают в день около получаса упражнениям. Также они стараются не пропускать зарядку, так как она полезна не только для тела, но и для ума. Физические упражнения позитивно влияют на нейроны и способствуют выработке глюкозы, которая является отличным топливом для мозга. А чем лучше мы кормим наш мозг, тем умнее становимся. Большое количество людей, которые правда что-то добились в этой жизни, считают, что медитация – это их основная привычка и правда залог успеха. Медитация приносит массу психологических и физических преимуществ для здоровья человека, включая улучшение памяти и способности к состраданию и укрепление иммунной системы. А такие известные люди, как Джек Дорси и Опра Уинфри, утверждают, что они уделяют время на медитацию каждый день. Также они планируют свой день. Я тоже очень часто делаю это, но иногда, конечно, забываю. Кстати, в этот день я выполнила полностью все, что запланировала, даже больше, так что я была продуктивной. Ну, а потом идет для них работа, разные встречи с партнерами, переговоры, ну, а для меня уроки, всякие тесты, упражнения, онлайн-лекции. Ну, тут все понятно, все понятно. Только они, конечно, за свою работу получают деньги, а я, наоборот, за свою учебу трачу свои силы, энергию. Но все, как говорится, окупается, знание – сила, это важно. Да. Знаете, какой кайф в вот этих вот ранних подъемах? Это то, что сейчас только 11 часов, а я уже успела снять видео, сделать такую магию утра, если ее можно так назвать, ну, вы видели. И также сделала уроки, тесты уже некоторые отправила, домашние задания некоторые отправила. И реально, сейчас же только утро, только день начинается, прям продуктивность. Прям чувствую, знаете, к вечеру я уже прям стану миллионером. Да, только где взять миллион? Свои. I don't know. Правда, важной привычкой является не откладывать дела на потом. Ну, например, банально я пришла с улицы, не кинула штаны с мыслью «потом сложу», а сделала это сразу. Вспомнила, что мне надо отправить учителю лабораторную работу. Не потом, а сразу встала, пошла и отправила. Потому что понимаю, что «Аня, ты же потом забудешь, сделай это сейчас, прямо сейчас». Успешные люди не стоят в собственном развитии на одном месте. Даже если они закончили университет 30 лет назад, они все равно продолжают учиться и познавать новую информацию самостоятельно. Лично я еще очень давно скачала такое приложение Stepik. Там много разных курсов на разную тему, но у меня как-то не доходили руки до него, и сегодня я решила, что сегодня они должны дойти. Я нашла очень прикольный курс, где изучаются слова, которые важны и нужны в английском языке, но которым уделяется меньшее внимание. Спорт не только утром, но и после работы. Многие занимаются с тренером. Моим тренером сейчас является таблица, которую составил мне мой брат. Это такие соло-тренировки. Каждый день я делаю упор на одну часть своего тела. Сегодня, например, это руки, самая слабенькая часть моего тела. Но мой брат сказал, что для осанки важно укреплять верх, спину, так что работаем. Ну, либо же он просто хочет сделать меня какого-то качка. Ну, или я же все-таки девочка, значит, качиху. Это был какой-то жим Арнольда, как мне говорил мой брат. Это было мощно.
Ведение дневника – это, правда, очень важная привычка для многих. Часто информацию из них успешные люди используют для написания собственных книг, ну, если у них есть такое желание, конечно же. С бумагой они делятся собственными переживаниями, пишут о своих достижениях и, листая страницы, наблюдают за собственным ростом, развитием, прогрессом. Ну а потом многие успешные люди планируют свой следующий день, там пишут список дел на день, собирают какую-то особую одежду, если им это нужно. Знаете, сегодня я далеко не все привычки успешных людей внедрила в свою жизнь, потому что, правда, очень большое количество таких привычек связано с финансовой грамотностью, с тем, как правильно организовывать свой бизнес, как бы, что мне организовывать. Я школьник, который еще и сидит дома сейчас на карантине. Но все равно привычки, которые я внедрила сегодня в свою жизнь, были очень такими интересными, что-то для меня было в новинку, и что-то было иногда в моем распорядке дня. Мне, правда, очень понравился сегодняшний день, я была очень продуктивной, и хоть сейчас уже, правда, поздний вечер, уже темно, а на камере еще до сих пор светло, спасибо тебе, камера, но я совершенно не чувствую себя уставшей, хотя встала я в 5 утра, и, правда, день был очень длинным, и это, наверное, круто, что чем длиннее, так сказать, твои рабочие продуктивные сутки, тем длиннее для тебя день. Блин, молодец, молодец, Аня, молодец. Так что, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вас как-то вдохновило, зарядило какой-то позитивной энергией. Вы замотивировались тоже, возможно, как-то изменить свою жизнь. Хотя бы даже на день попробовать стоит, правда стоит. Спасибо большое за просмотр. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. И всего самого-самого лучшего желаю.